На этом программа мероприятий на предприятиях Набережных Челнов сегодня не закончилась. Во второй половине дня в Автоград прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе своего визита он посетил производственные площадки КАМАЗа, завод двигателей, каркасов кабин и автомобильный. Председателю правительства показали сердце предприятия – автосборочный конвейер. Главная гордость КАМАЗа – новая модель тягача семейства К5 КАМАЗ-54901, который сошел с конвейера только вчера. После чего Михаил Мишустин провел совещание о перспективах дальнейшего развития крупнейшего производителя грузовиков в стране. Все подробности завтра в 19 часов в программе «Челны-24».